Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу вам про свои небольшие косметические покупки. В частности, вот этот лайнер. Почему я его купила? Потому что у него, в частности, лайнер, маркер, там, как хотите называйте. Вот маленько пошуршу. Так вот, у него два наконечника. В одном случае это такой сердечко-штамп. И там еще есть со звездочками. А с другой как бы нормальный, классный, стойкий, темный лайнер. Проблема этого лайнера заключается только в том, исключительно, что его хватает на несколько классных, качественных свотчей. Все. То есть дальше штамп вы можете использовать только как штамп. Он не будет изнутри подпитываться ничем. И то же самое как бы происходит с наконечником. Не первый раз я сталкиваюсь с такими некачественными товарами на китайских сайтах. Это как бы с Buying Coins он пришел. Выглядит запоминающийся, запоминается. То есть он в горошек такой черного, черно-коричневого такого цвета. На нем написано что-то там Airliner, трам-пам-пам. Ну, в общем, производитель неизвестен, как обычно. Просто не советую брать, либо вот использовать вы его будете только как кисть и штамп. То есть сам он рисовать не будет. Запомните это. Поехали дальше. Следующее приобретение, это я заказывала на официальном сайте. Уже в какое-то время в пользовании вот эта помадка для бровей Medium Brown. Она очень мне нравится, и знаете что, не в обиду другим брендам, я могу сказать, что действительно бренд, если подобрать классную кисть, в данном случае я пользуюсь двухстороннюю Catrice, там вот, которая для стрелочки, которая на другой стороне как для брови. Я сейчас не буду ее искать. Вот. Но вы, когда ее увидите, там с одной стороны погнутая стрелочка, ну как бы для стрелочки кисточка, и как бы бровяная с другой. И я такая как бы попользовалась с кисточкой вот с этой катрисовской, и она рисует тонкие волоски, и я могу сказать, что действительно это продукт, на который стоит, потратиться, это действительно на этот продукт не стоит жалеть денег, он очень классный, он мне нравится, и я хочу как бы и пользоваться им дальше. Но я в свое время также говорила про кремовые Maybelline тени и даже использовала несколько штук. Но времена меняются, формулы улучшаются, именно это движет косметическую индустрию. Но что остается неизменным, я покажу вам в будущем. Что касается потрясающей коробочки грима, самый пигментированный из них это фуксия. И золотой, и серебряный достаточно классные. Я нанесла свотчи. Я сейчас смотрю, свотчи не впитываются. То есть кожа их не съедает. Если съедает, то буквально совсем чуть-чуть. Самый пигментированный из них розовый и черный. Белый получается матовым. Два как бы металлических свотча, это серебро и золото. Очень классный мятный и такой пастельный розовый цвет. Но остальные стандартные: красный, синий, желтый и коричневый, обыкновенный стандартный коричневый. Просто моя коробочка с гримом уже давно нуждается в обновлении. Кому, кстати, нужно, кто у меня ее видел, напишите, я вам подарю, потому что я не собираюсь сидеть на косметосе, как курица на яйцах. И что касается потрясающего совершенно крема, который каждый раз приходит в мятой коробке, боже мой, Малайзия. Кстати, что касается гримовой коробки, она пришла с надколами. Вот я вам их показываю, к сожалению, расстояние здесь не на руку нашу играют. Да, мы можем сэкономить, приобретая хороший качественный грим, но мы не застрахованы от того, что коробка будет с надколами. Ну, кстати, по территории России, когда идет, тоже мы ни от чего не застрахованы такого. Ну вот, а будущее мое видео будет о 12 оттенках помады Lime Crime из серии Velveteens. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Ольга Швец.